Каждый пациент имеет право на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. На защите прав пациента стоит страховой представитель. Если возникают вопросы при обращении в медицинскую организацию, я всегда звоню своему страховому представителю. Он советник для всей нашей семьи. Помните, у пациента есть права. Если вам кажется, что они нарушены, обращайтесь в страховую медицинскую организацию. Страховой представитель именно тот, кто вам поможет.